Так, у меня историческое событие. Я впервые проголосовала в США, отдала свой гражданский долг одному из кандидатов. Догадайтесь, кому, хотя я уже все рассказала, кому. Я просто очень волнуюсь. Муж говорит, сейчас поедем за шампанским. Нужно этот день отметить. И меня здесь все поздравляли, когда узнавали, что я впервые пришла на голосование. Всего лишь пару лет назад, в каком году я получила гражданство? Я не помню. В паспорте написано. И, честно говоря, я даже не надеялась, что все так гладко пройдет. Все были очень доброжелательны, причем никто никуда не подсматривал, знаете, как никто не говорил, вот ты голосуй за этого или за этого, ну, это запрещено, в принципе. Но конверты все так тщательно, знаете, запечатали, что даже невозможно было волонтеру, которая там работала, подсмотреть вообще, за кого я голос свой отдала. Я только надеюсь, что все будет честно, открыто, вот без всяких, знаете, фальсификаций, и будем молиться, и yes, мы это сделали, я счастлива, у меня эмоции переполняют. Первый раз я проголосовала как гражданка США. Невероятные эмоции.